я не знаю, что. Отслужившие свой век мониторы, телефоны, провода, зарядки и многое другое сдали на переработку сознательные граждане. Надежда приехала с ребенком, чтобы показать на собственном примере, как правильно заботиться об окружающей среде. Мы, в принципе, сортируем вторсырье, собираем, сдаем, где это возможно, но электрохлам не всегда можно сдать, всегда нужно ехать достаточно далеко. И вот когда узнали, что рядом с нами будут принимать электрохлам, собрали все старые электроприборы, старые игрушки и привезли сюда. Чтобы утилизировать ненужную электронику, в Юдино приехали жители всего Одинцовского округа. Здесь впервые проводится городская акция «Электроосень». Мусор должен перерабатываться в зависимости от его вида, поясняют организаторы. Каждая фракция, она либо перерабатывается на самом заводе, в данном случае это НЭК и Ориспром, либо оно идет уже на другой завод, где из нее что-то делать. Во-первых, это можно добавлять в строительные смеси, из этого можно получать ценные металлы, добавлять новую технику, например. Сегодня я сделала свой осознанный выбор. Принесла свой старый утюг на переработку. 5 лет назад встали с семьей на правильный путь, говорит Вячеслав. Начали утилизировать мусор с умом. Принес телевизор на переработку. Он громоздкий, в принципе, когда его выкинешь, мне кажется, он распадется через 100, через 200 лет. Его закопают где-нибудь. А тут ребята, по крайней мере, разберут и вытащат из него пластик в одну сторону, плюс какие-то там комплектующие, которые, возможно, на повторную реутилизацию будут идти. Работу об экологии важно проявлять каждый день, уверены организаторы акции. Шаг за шагом можно сделать мир чище. Эмилия Ракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».